Так, сегодня у нас приехала еще эта фигурка. Сейчас посмотрим. Это, по-моему, клон. Клоун из ужастика, из Оно. Прикольно, такое красное у него лицо. Вот он кричит. И здесь вот обычный Пеннивайз такой. Так, что у нас здесь? Здесь, кстати, вот плохо прокрашено. Видно здесь вот белый такой элемент. Средненькая такая запчасть. Ну ладно, будет видно. Так, это, видимо, шарик собирается на палочке. Так, будет фиксироваться, сейчас разберемся. Так, руки. Руки прям смешные, вот как у клоуна все сделано. По бокам одевается. Кстати, интересно, что... Ну, сзади, наверное, как застежка, вот это, а спереди вот он, его костюмчик. Типа даже здесь пятна крови такие нарисованы. Так, вторую руку. Так, соответственно, здесь мы ему одеваем вот так вот. Это из Оно, видимо, из предыдущей части. Я вот не знаю, какой лучше сделать. Вот это вот страшненькое, где вот он с зубами с такими здесь. Или вот такой вот. Наверное, лучше вот такой, больше классический вариант. Думаю, он подойдет. Так, теперь надо ему снять голову, одеть воротничок. Тоже приятная такая деталька. Здесь квадратик, видно, что вот так вот горизонтально. А, слушай, он прорезиненный. Так, оп. Ну, конечно, вот эта голова сделана не очень качественно. Вот это прям досада. Так, и теперь шарик. Собственно, собираем шарик. Эту штучку сверху. Видимо, да? Или снизу. Тоже плохо эти запчасти держатся. И по идее он должен вот так, наверное, держаться. Либо вариант какой. Шарик просто одевается вот сюда. Вот как конфетка. Вот. Такой вот он получается с шариком. Она же дубинка. Больше как вот похоже клоуна из банды Джокера. Так, ставим. Такой вот. А вот эти вот штучки, непонятно. Может быть, это сверху, конечно, как крепится. Ясно. Может быть, просто как... Типа кровь. Или он на ней должен стоять. Не знаю. Ну, в общем, будет вот такой вот